75% колбас на российском рынке – фальсификат. Это выводы организации «Росконтроль», которая проверила 33 наименования самых популярных варено-копченых и полукопченых колбас. Чтобы сделать производство дешевле, изготовители добавляют в свои продукты заменители свинины и говядины. Такие, например, как мясо кур механической обвалки. Оно состоит из костей и соединительной ткани птицы, которые продавливают через сито. Жиров в таком сырье гораздо больше, чем в обычном мясе. Еще один заменитель – коллаген, или животный белок. Производится из сухожилий, костей и хрящей. Также в колбасах обнаружили крахмал и карагинан – добавку, которая удерживает влагу и таким образом позволяет увеличить вес продукта и удешевить его стоимость. Все это производитель предпочитает не указывать на этикетке. Зато на большинстве колбас, в которых были обнаружены незаявленные добавки, красуется надпись «Сделано по ГОСТу». Значит, вот.